26-я будет пробовать еще! Более 300 юных спортсменов Заречного вышли на поле в день массового футбола. В рамках Всероссийского спортивного фестиваля в финальных матчах турниров на призы президента Зареченской федерации футбола и главы города приняли участие 12 школьных команд. А самые маленькие футболисты провели финальные игры в рамках проекта «Футбол в детский сад». День массового футбола становится доброй традицией в городе Заречном. И отрадно, что футболом занимаются не только взрослые школьники, но и наши дети, которые ходят в детские сады. И я думаю, что среди них наверняка будут те, кто будет защищать честь нашей страны на футбольных полях мира и кто завоюет, наконец-то, золото для России. До золотых медалей мировых турниров зареченским спортсменам еще далеко. Пока они завоевывают награды городских соревнований. По итогам турнира на призы президента Федерации футбола Заречного среди первых-вторых классов лучшими стали ребята из 225-й школы. Второе место у 226-й. Футболисты 216-й школы на третьем. Среди детей 2006-2007 годов рождения бронза у 221-й школы. Серебро у 218-й. Победителями в этой возрастной категории стали спортсмены из школы номер 216. Было сложно то, что мы никогда не играли вместе, и то нам было тяжело сыграться вместе. И соперник, наверное, сильный вам попался, да? Да, они в той группе в своей заняли первое место там. Они выиграли все две игры. 216-я школа стала чемпионом. Для меня это очень приятно, поскольку сам я являюсь выпускником 2016 школы. Поэтому всем вам огромное спасибо, здоровья вам, успехов в учебе. Ну и поскольку учебный год заканчивается, хорошо отдохнуть. В турнире на призы главы города среди детей 2004-2005 годов рождения третье место у 226-й школы. На второй строчке турнирной таблицы команда из 220-й, уступившая в финальной встрече сборной 222-й школы, которая и стала чемпионом в своем возрасте. Параллельно со школьниками за победу сражались и самые маленькие футболисты в рамках проекта «Футбол в детский сад». Среди воспитанников детских садов каждая из 12 команд стала победителем или призером в своей группе. После завершения всех матчей на центральном стадионе состоялось торжественное награждение участников фестиваля. Спасибо вам за тот большой праздник, который вы здесь организовали. Хочется сказать большие слова благодарности директору производственного объединения «Старт». Дело в том, что по итогам конкурса данное предприятие стало лучшей организацией по организации работы массовой физкультуры и спорта. Поздравляю вас! Все финалисты получили сертификаты участников фестиваля, а призеры и победители были награждены медалями, кубками и командными грамотами. День массового футбола завершил праздничный концерт для всех любителей самой популярной командной игры. Анна Литвинова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».